Можно посмотреть? Нет. Вы это услышите вместе с диалогом. Как только станет наш хозяин, он скоро должен быть. Да, у нас с вами теперь дело выше головы. Еще бы, вы нашли именно такой человек, который нам нужен. Господин Журден с его помешательством на дворянстве и на светском обхождении для нас просто сущий клад. Если бы все были на него похожи, то моей музыке... Ну и вашим танцам желать нечего. Ну не совсем. Мне бы хотелось, чтобы он лучше разбирался в тех вещах, о которых мы с вами ему толкуем. Разбирается он в них плохо, зато хорошо платит. Наше искусство ни в чем сейчас так не нуждается, как именно в этом. Признаюсь, я слегка неравнодушен. К славе! Аплодисменты доставляют мне истинное удовольствие. Браво! Браво! Расточать же свое искусство глупца, выносить свои творения на барбарских суд болвана. На мой взгляд, для всякого артиста несносная пытка. Нет, что не говорите, приятно трудиться для людей, способных чувствовать тонкости того или иного искусства, умеющих ценить красоты произведения и лестными знаками одобрения вознаграждать вас за труд. Все! Все! На один Фомиан не проживете! Таких похвал человеку недостаточно, вы подавай что-нибудь посущественнее. Лучший способ хвалить — это вложить вам что-нибудь в руку. Браво, мэр. Браво, мэр. Честно говоря, познания нашего хозяина невелики. Судит он обо всем в кривь и в кость, однако деньги... Деньги. Деньги выпрямляют кривизну его суждения. Его здравый смысл находится в кошельке. А мне кажется, вы придаете деньгам слишком большое значение. Между тем, корысть есть нечто такое низменное, что человеку порядочному не должно выказывать к ней особой склонности. Однако у нашего чудака вы преспокойно берете деньги. Берете. Беру. Но деньги для меня не главное. Если бы богатство, немного хорошего вкуса, вот единственное, чего бы я желал. Я тоже. Мы оба по мере сил этого добиваемся. Нет, что вы господин Журден. Ну как, господа? Что-то у вас? Покажете вы мне ныне ваш пустячок? Что, какой пустячок? Ну, я не знаю, как это у вас называется. Не то этот, пролог, диалог.
Ну, с песнями, с пляжками. Мы готовы. Я немного замешкался, но дело вот в чем. Одеваешься теперь, как одевается знать. И мой портной прислал мне чулки шелковые. До того узкие, что я думал, мне их и не натянуть. Мое тело к вашему слуху. Я прошу вас обоих... Не уходить, пока мне не принесут мой новый костюм. Я хочу, чтобы вы на меня поглядели. Ну как вам будет угодно? А вы увидите, я теперь с ног до головы и одет. Как долго. Об этом нисколько не сомневаюсь. Я сшил себе халат из... из индийской ткани. О, отличный халат, сударь, отличный. Мой портной уверяет, что вся знать по утрам носит вот такие халаты. Да. Он нам удивительно идет, сударь, удивительно. А окей. Что угодно, сударь. Второй. Окей. Что прикажете, сударь? Ничего не прихожу, хотел только проверить, насколько вы внимательны. А как вам нравится их ливреи? А вот мой костюмчик для утренних упражнений. Ну что, хорош я в этом наряде. С большим вкусом. Лучше нельзя. Ну вот, а теперь займемся с вами. Сударь, я бы хотел сделать небольшой обращик самых изящных. Я все сразу. Вот. Вот и вы. Прежде всего, я хочу, чтобы вы послушали музыку, которую вот он сочинил для заказанной вами серенады. Это мой ученик. И у него к таким вещам изумительные способности. Это очень может быть, только не следовало поручать это ученику. Неизвестный еще годитесь ли вы сами для такого дела? Ученик. Сударь, слово ученик не должно вас смущать. Подобного рода ученики смыслят музыки не хуже великих мастеров. Ну, послушайте, а сударь. Нормально. Возьмите халат. Так удобнее будет слушать. Да, да, да. Ирида, я томлюсь, меня страдания губят, меня ваш строгий взгляд. Мама, не отдайте халат! Так будет лучше. Лучше, сударь. Томлюсь, меня страдания губят, меня ваш строгий взгляд пронзил, как острый меч. Вы гоните того, кто вас так сильно любит, сколь вы страшны тому, кто гнев ваш смел навлечь? Встать! Это же заунывная песня! Я вас прошу, чтобы повеселее! Мотив должен соответствовать словам, сударь! Вот меня недавно учили песенку!
Как она начинает? Право, я не знаю. Нет. Но там еще про овечку говорили. Про овечку. Про овечку. Овечку волк позвал, за травкой в лес далеко, но обошелся с ней по-зверски и жестоко. Сперва прижал ее к себе, а она в ответ не менее бег, потом увлек ее во враг. Молчанье ведь согласие знак, какой он дал ей добро. О том не ме, не ме, молчок. А я музыке не учился. Следовало бы учиться музыке. Ну и танцу. Эти два рода искусства связаны между собой неразрывно. Они развивают в человеке чувство изящности. А что, знатные господа учатся музыке? Ну, разумеется, слух. А тогда и я стану учиться, только не знаю когда. Ведь помимо учителя фехтования, я еще нанял учителя философии. Он должен нынче утром начать со мной заниматься. Смотри, философия – материя важная, но музыка. И танцы – это все, что нужно человеку. Нет ничего более полезного для государства, чем музыка. Нет ничего более необходимого для человека, чем танцы. Без музыки государство не может существовать. А без танцев человек просто ничего бы не мог делать. А как это так? Война, сударь! Пресекайте из-за несогласия между людьми, не так? Ну да, верно. А если бы все люди на земле с вами любили музыку, разве не настроило этот на мирный лад и не способствовало воцарению на земле всеобщей гармонии? А да, это с этим как? Я согласен. Когда человек поступает не так, как должно, будь то просто отец семейства, или военачальник, или государственный деятель, про него обыкновенно говорят, что он сделал... Неверный шаг, не так ли? Ну да, так говорят. А чем может быть вызван неверный шаг, как неумением танцевать? А, с этим я тоже согласен. Вы оба правы. Все это мы говорим единственно для того, чтобы вы уяснили себе преимущество и пользу танца. Теперь я понимаю. А вот теперь... Угодно вам ознакомиться с моим сочинением. Угодно. Как я вам говорил, сударь, это моя давнишняя мечта, выразить в музыке все страсти, на какие она способна. Выражай. Сударь, вы должны вообразить, что вот все они одеты пастушками. А что это у вас всегда пастушки? Да. И вечно одно и то же. Видите ли, сударь, в наше время для большей правдоподобности принято обращаться к пастырам. Пастухам испокон веков приписывали любовь к музыке. И? Музыке. Было бы весьма ненатурально, если какой-нибудь там принц или мещанин. Ну ладно, посмотрим. Гоню я от ручья на луг своих овечек. Там милая моя назначила мне встречу. Я лежа на траве среди ромашек луга, он на голове, жду на свидание друга. Я мрачный день и зло, хочу, чтоб этот вечер она его ждала, а он не шел навстречу. Я юный капитан, калачан и лук со мною, коль помешает он, пронжу его стрелой.
остановка закручена. Попадаются отдельные занятные словечки. А теперь моя очередь. Да. И... Балет, вы увидите, сколь это очаровательно. Он понадобится мне сегодня же. Особа, в честь которой я все это устраиваю, должна пожаловать ко мне на обед. Ну, все готово. Сударь! Вам только одного не встает. Такому человеку, как вы, со всем вашим великолепием, с вашей любовью к изящным искусствам, необходимо давать концерты по средам или четвергам. А что? Ну, знатные господа дают концерты. Да, разумеется. А тогда и я стану давать их. Хорошо, это у меня получится. Вы только не забудьте прислать певцов, чтобы было кому петь во время обеда. У вас ни в чем недостатка не будет. Я сам. Но главное, чтобы был хорош балет. Останетесь довольны, особенно некоторыми минуэт. Минуэт, минуэт. Я же мой любимый танец. Да? Да. А посмотрите, как я его танцую. Хорошо, супер. А у меня прическа. А, простите, да-да. Тогда в позицию. Так. Нет. Так. Нет. Так. Ну да. И... Кланяться маркизе. Кланяться маркизе. Ага. Ее зовут Деремена.
Позвольте вашу руку, сударь. Ну, не надо. Вы скажите, я запомню. Если вы хотите, чтобы это был поклон весьма почтительный, то прежде отступите назад и поклонитесь один раз, затем подойдите к ней с тремя поклонами и в конце склонитесь к ее ногам. Ну, покажите. Да, сильно. Значит так. И раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Два. И раз, два, три к ногам. Оп! Ага, понятно. Да, да. Понятно, ой, понятно. Сударь, учитель. Ага, они пришли. Пускай придет и начинает урок. Всего вам. Нет, 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 я прошу вас обоих не уходить. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как это у меня выходит. Сударь, сударь, идет. Идет. Это кто? Это учитель музыки. Карамба. А это кто? Это учитель танцев. Карамба. Рапиру. Салют. Ангар. Виляйте задом. Шире ноги. Легкий упор на левое бедро. Но не надо так расставлять ноги. Обе ступни на одной линии. Кисть правой руки на уровне бедра. Конец рапиры прямо против плеча. Кисть левой руки на уровне глаза. Левое плечо назад, голова прямо, взгляд уверенный, уверенный взгляд, выпа! Анга! Не виляйте задом. Шаг вперед, опа, шаг назад, оля, шаг вперед, опа, шаг назад, оля, шаг вперед, 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 назад, назад, вперед, назад, вперед, назад, опа, оля, опа, оля, опа, оля, оля, оля. Когда делаете выпад, нужно, чтобы рапира выносилась вперед, а тело, сколько можно, было защищено от удара. Ангар. Не виляйте задом. Защищайтесь, сударь, терцей, квартой. И отходите с тем же парадом. А? Б. Терси, квадро, терси, квадро, терси, квадро. Опа, холда! Забавно. Левой руки на уровне бедра, левое плечо назад, голову прямо, взгляд уверенный, уверенный взгляд! Опа! 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 Как я вам уже говорил, весь секрет фехтования заключается в том, чтобы, во-первых, наносить противнику удары, и, во-вторых, чтобы самому таковых не получать. И вы никогда их не получите, если, как я вам в прошлый раз доказал путем
наглядного примера, научитесь отводить шпагу противника от своего тела. А для этого вам нужно сделать только легкое движение кисти руки к себе или от себя. И таким образом всякий человек, даже не из очень храбрых, может наверняка убить другого, а сам останется цел, да? Конечно. А я разве не доказал вам это наглядно? Доказали. Так вот отсюда ясно, какое высокое положение мы, учителя фехтования, должны занимать в государстве. И насколько наука фехтования выше прочих бесполезных наук. Как, например, музыка, танцы. Ну-ну, господин фейтмейстер, отзывайтесь о танцах почтительно. И научитесь уважать достоинство музыки. Да вы просто забавники. Как вы можете ставить ваши науки на одну доску с моей... Подумаешь, важная птица. Напялил нагрудник, чучело. Вы берегитесь, плясунишка. Вы у меня запляшете не как-нибудь. А вы, музыкантишка. Что? А вы мне запоете ангельским голоском. А я, господин драчунишка, научу вас, как нужно драться. Вы с ума сошли? Затевать ссору с человеком, который все терцы и кварты знает, как свои пять пальцев, и может убить противника путем наглядного примера. А я плевать хотел на его наглядный пример, на все его терцы и кварты. Успокойся, любезный. Танцмейстер. Вот вы как, нахальная пища. Не, успокойся, любезный. Ах, вот вы как, лошадь ломовая. Я прошу вас. Я вас умоляю. А ты пытался дотянуться. Я вас не сдую. Аллаха! Этим, конечно. Это мудростью. Ага.
и добродетель. Да, да, конечно. Я утверждаю, что танцы – это наука, заслуживающая всяческого преклонения. А я утверждаю, что музыку чтили во все времена. А я им доказываю, что наука владеть оружием – это самая прекрасная, самая полезная из всех наук. А что же тогда, по-вашему, философия, нахалы? Наглецы! Смеете в моем присутствии говорить такие дерзости и без зазрения совести называть науками занятия, которые не имеют чести именоваться даже искусствами, и которые можно приравнивать лишь к жалким ремеслам уличных певцов, борцов и плясунцов. Молчать, собачьи глаза! Отбегать мы духовы! Молчать, черный сухарь! Лучший ответ на издевательство – это сдержанность. И терпение. Терпение и сдержанность. Нет, ну? Да, да, да. А, господа, а его! Я хочу уничтожить его! Я подожди, господа! Подождите! Господа, да! Я вас прошу, не как-нибудь успокойтесь. Да ну, берите сколько хотите, что я в конце концов. Не урони! Вот сюда. Так, и раз, два, три. На сегодня достаточно? До следующих занятий. Я. Приступил к уроку? Ой, господин философ, как мне обидно, что они вас побили. А, пустяки. Философ должен ко всему относиться спокойно. Я сочиню на них сатиру в духе Ювенала. Она их совершенно уничтожит. Ну, довольно об этом. Итак, чему же вы хотите учиться? Вы знаете, ну чему только смогу. Я страсть как хочу стать ученым, и такое зло меня берет на отца с матерью, что они меня не учили всем наукам. Это понятные чувства. Нам зина доктрина вита эст, квази мортис и маго. Ну, вам-то должно быть это ясно, потому что вы, вероятно, знаете латынь. Да. Только вы разговариваете со мной так, как будто я ее не знаю. Вот это, что вы сейчас сказали? А это значит, что без науки жизнь есть как бы подобие смерти. Про латынь говорит дело! Про латынь говорит дело! Еще бы! А вот скажите, что у вас есть основы? При себе? Нет, ну, начатки каких-либо познаний. Ну, а как же, ну как? Я умею читать. И писать. Отлично. Так с чего ж вы хотите начать? Хотите, я обучу вас логике. Вы знаете, мне бы что-нибудь бы... Ну? Что-нибудь позанимательнее. Ну, давайте займемся.
этикой. Ага, во-во-во, этикой, ага. А в чем она, эта этика? Но она толкует о счастье жизни. Учит нас смирять свои страсти. А не-не-не, я вспыльчив, как 100 чертей, желаю беситься, когда меня разбирает злость, и никакая ваша эта этика меня не удержит. Так, может, вас прельщает физика? Ну, а физика это насчет чего? Она изучает законы внешнего мира и свойства тел. Тел? Тел, ну да, вы понимаете, она толкует там о природе стихии, о признаках металлов, минералов, камней, животных. А нет. И объясняет причины различных атмосферных явлений. А нет. Как то радуги, блуждающих огней. Нет. Конец, зарниц, гром, молнии, дождя, с неба, ветра, ветри. Нет, слишком много трескотни, слишком много всего навороченного. Так чем же вы хотите заниматься? Прописание. С удовольствием. И потом, знаете что, вот научите меня определять по календарю, когда будет луна, а когда нет. Хорошо. Так вот, если рассматривать этот предмет с философской точки зрения, то дабы вполне удовлетворить ваши желания, надлежит, как того требует порядок, начать с точного понятия о природе букв и о различных способах их произнесения. Вот прежде всего я вам должен сказать, что буквы делятся на гласные, названные так, потому что они обозначают звуки голоса, и на согласные, названные так, потому что они... Согласны. В природе, значит, существует пять гласных букв. Иначе говоря, голосовых звуков. Это А, Е и О, У. Ну, вот это мне понятно. Так вот, чтобы произнести звук А, надо... широко открыть рот. А. А. Так. А вот чтобы произнести звук Е, нужно нижнюю челюсть приблизить к верхней. А. Е. Е. Верно, здорово. А вот чтобы произнести звук И, челюсти надо еще больше сблизить, а углы рта оттянуть к ушам. А. Е. И. Да-да. А. Да. Е. К ушам, к ушам, ну. Да. Да здравствует наука! Да здравствует! А вот чтобы произнести звук О, челюсти надо раздвинуть, а губы сблизить, а вот... Отверстие вашего рта при этом принимает форму того самого кружочка, при посредстве которого мы и обозначаем. Как приятно узнать, что ты что-то узнал. А вот, чтобы произнести звук У, надо верхние зубы приблизить к нижним. Не стискивая их, однако, а губы вытянуть и тоже сблизить, но так, чтобы они не были плотно сжаты. Вот так вот. Понял? О! Ну-ка.
будто вы гримасничаете. И вот если вы хотите в шутку над кем-нибудь состроить рожу, вам достаточно только сказать вот так. Ой, ну почему я не учился прежде? Я бы все бы это уже знал. Ну, о других буквах так... Так называемых согласных я вам расскажу в следующий раз. А они такие же занятные, как и эти, да? Ну, конечно, например, да-да или фа-фа. Вот... Чтобы произнести звук... Нужно, чтобы кончик языка был прижат к верхнему небу. Под напором воздуха, однако, силой вырывающегося из груди, он будет беспрестанно возвращаться в прежнее положение. Отчего будет происходить? Некоторое дрожание, чтобы так. Должна сегодня пожаловать ко мне на обед. Я хочу, чтобы вы помогли мне написать ей записку, которую я, знаете, так хочу уронить-ка ее на все. Отлично. Правда будет учтиво. Ну, конечно. Если вы хотите написать ей стихи... А, не-не-не, только не стихи. Ах, вы предпочитаете прозу? Нет, я не хочу ни прозу, ни стихов. А так нельзя, ли в то, ли в другое. Почему? А потому что, сударь, мы можем излагать наши мысли не иначе, как прозой или стихами. Не иначе, как прозой или стихами? Не иначе. Понимаете, потому что, ну вот, все, что проза, да, то не стихи. А все, что не стихи, то проза. Ну, а когда мы с вами разговариваем, это что такое будет? Проза, сударь. Проза? Да. И за что же, когда я говорю служанке, Николь, подай мне туфли, ночной, этот, колпак, это я разговариваю прозой? Да, сударь. Честное слово, а я и не подозревал, что более 40 лет разговариваю прозой. Большое спасибо, что сказали. Так вот, что я хочу и написать. Да. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Только нельзя ли все это сказать как-нибудь полюбезнее, знаете, ну, покрасивее, что ли, выразиться? Напишите, что пламя ее очей испепелило вам сердце, что вы день и ночь терпите столь тяжкие мучения! Я ничего не терплю. Я и хочу написать только то, что я вам сказал. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Не, ну следовало немного подлиннее. Да нет же, говорю вам, я не хочу, чтобы в записке было ничего, кроме этих слов. Только их нужно расставить как следует. Вот как нынче принято, понимаете? Вот назовите мне, какого порядка придерживаться? Ну, порядок может быть, во-первых, тот, который вы предложили сами. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Или от любви смерть сулят мне прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза. Или глаза ваши прекрасные, маркиза, прекрасные, от любви мне смерть сулят.
Мне сулят смерть прекрасная маркиза от любви ваши прекрасные глаза. Глаза ваши прекрасные, смерть от любви прекрасная маркиза сулят мне. Мне прекрасные маркизы сулят прекрасные ваши глаза от любви смерть. Смерть от любви прекрасная маркиза, мне ваши прекрасные глаза сулят. Ну а какой же из всех этих способов наилучший? Тот, который вы избрали сами. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. А я ведь никогда ничему не учился. Вот, сочинил сам в один миг. Покорнейше вас благодарю. Покорнейше вас благодарю. Заходите, пожалуйста, завтра пораньше. Не примину. Засадил за ваш костюм. Слушай, чулки, которые ты мне прислал, я едва смог натянуть, и уже две петли спустились. Они еще растянутся. Не раньше, чем лопнут все петли, и потом башмаки же, которые ты заказал для меня, жмут же нестерпимо. Нисколько, сударь. Как это нисколько? Нет, они вам не тесны. Нет, я говорю, что тесны. Но мне кажется. Ну, мне кажется, потому что мне больно. Кажется, сударь. У каждого придворного бывает такой красивый костюм, и сделан с отменным вкусом, да. Тут, с моей стороны, требовалось особое искусство, чтобы получился строгий костюм, хотя не темного цвета, да. Самому лучшему портному не шить такого костюма, уж это я вам ручаюсь. Оп! Оп! Это что такое? Ты что, пустил цветочки головками вниз? А вы мне не говорили, что хотите вверх. А что, разве об этом нужно говорить особо? Непременно все господа так носят. Как господа носят головками вниз, да? Да, да. Верно, красиво. Если вы хотите, я могу и вверх. А не надо. Я только скажу. Не надо, у тебя хорошо получилось. Ну, а сидеть-то он не будет. Ладно будет. Живописец кистью так не выведет, как я подогнал его к вашей фигуре. У меня есть один подмастерье по части штанов. Это просто гений. А другой по части камзол. Краса и гордость нашего времени. А парики перья... А все в надлежащем порядке. Господин портной,
А материал-то у вас от моего костюма? Да. Но мне, видите ли, так понравилась материя, что я и себе выкроил на костюм. Ну, выкроил, только не из моего куста. Ну, падали, примерь! Ну, давай! Нет. Так, это не делается. Такие костюмы одеваются с особыми церемониями. Наденьте этот костюм на господина Журдена, так, как вы всегда одеваете знатный господ. Маркиза! Служанка! Николь! Служанка! Иду! Что вам угодно, сударь? Николь, послушай-ка! Чего ты смеешься? Ну что с тобой, дура? Да кого вы похожи? Что такое? Ой, боже ты мой! Какая нахалка, ты что-то надо мной смеешься? Нет, сударь, даже и не думала. А ну-ка, посмейся еще! Охладит тебя от меня! Извините, пожалуйста. Так-то же! Вы такой уморительный, я не могу удержаться от... Нет, как вам нравится такая наглость? Извините, пожалуйста. Если ты сию же секунду не перестанешь, я тебе закачу такую оплеуху, которую ты никогда в жизни не получала. Ну, коли так, сударь, можете быть спокойны, я больше смеяться не буду. То-то же. Сейчас ты мне уберешь? Уй. Уберешь, говорю, как следует. Уй. Уберешь, как следует, залу. Ты опять? Сударь! Вы лучше убейте меня. Но дайте мне посмеяться. Ты меня доведешь? Сударь, я лопну, если я не покакачу. Ты меня сейчас кого-то... Видали вы такую подлянку? Вместо того, чтобы выслушать мои распоряжения, нагло смеется мне в лицо. Что вам угодно, сударь? Мне угодно, чтобы ты, подлая, да, потрудился навести в доме чистоту. Ко мне скоро будут гости. О, сударь, вот уж мне и не до смеха, честное слово. Ваши гости всегда наделают такого беспорядка в доме, что при одной мысли о них на меня нападает тоска. Ха!
что же прикажешь, если тебя держать дверь на запоре от всех моих знакомых? Ну, по крайней мере, от некоторых я бы... Это еще что за новости? Что это на тебе за наряд? Я там вздумала смешить людей, коли вырядился таким шутом. Хочет, чтобы на него все пальцами показывали. Разве только одни дураки да дуры станут на меня показывать пальцами? Да уже показывают, твои повадки давно всех смешат. Кого это всех? Позволь тебя спросить, кого это всех? Всех, кто поумнее тебя. А мне так совестно глядеть, какую ты моду завел. Собственного дома не узнать. Можно подумать, что у нас каждый день праздник. С самого утра пиликают на скрипках, песни орут. Соседям и тем покоя нет. И то правда, сударыня, мне не под силу будет в доме поддерживать чистоту, коли вы, сударь, будете водить к себе такую пропасть народу. Грязи же понаносят со всего города. А ваши любезные учителя нас следят. Я каждый божий день мой после них полы. Скажи, да? Пожалуйста, да. Простая мужичка, куда да. Ты убегаешь, дура, куда ты? Боюсь. Простая боюсь. Мужичка, служанка, Николя. Да чего же языка? А она права. Ума-то у нее побольше, чем у тебя. Ну, хотела бы я знать, ну зачем тебе в твои годы понадобился учитель там? А еще этот верзила фехтовальщик. Он так топочет, что того и гляди весь паркет в доме пап выворотит. Молчать! Выворотит! И ты, служанка, и ты, жена! Стало быть, ты задумал учиться танцевать. Нашел когда? У самого того и гляди скоро ноги отниму. Может, статься, вам припала охота кого-нибудь убить? Молчать! Обе вы невежды! Вы даже представить себе не можете, какие ты мне дает... Чего? Преимущество, вот что. Преимущество. Мне стыдно, до чего вы не образованы. Вот ты, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь? Конечно, я знаю, что говорю, делаю, что тебе надо начать жить по-другому. Я меня о том спрашиваю. Я спрашиваю, что значит вот те слова, которые ты сейчас сказала? Разумные слова, а вот поведение твое... Я тебя не о том толкую, я тебя вот о чем спрашиваю. Вот то, что я тебе говорю, ну, вот, вот. Что это такое? Глупости. Ты же меня не понимаешь. Она же меня не понимает. Есть наш с тобой разговор. Ну? Как называется? Скандал. Невежда. Это проза. Проза? Да, все, что проза. Вот то не стихи. А все, что не стихи, вот то проза. Господи, да я... А вот теперь ты. Знаешь ли ты, как произносится? Как произносится? Да. Что мы делаем, когда мы говорим? Чего? Скажи «у». Ну? Ну что ты в это время делаешь? Говорю. Да, ты говоришь «у». Но когда ты говоришь «у», что ты в это время делаешь? То и делаю, что вы велели. Ну, вот поговори-ка с дурами. Но она же меня тоже не понимает. Ты вытягиваешь губы и приближаешь нижнюю челюсть к верхней. Я корчу рожу, Нечего сказать, ловко. Господи, да что же они с тобой сделали? А вы еще не то бы сказали, если бы услышали «о, фа, фа и да-да». Да что это за галиматья? Вот кому все это нужно? Вот кому все это нужно? Ну вот эти дуры хоть кого выведут из себя, честное слово. Вот что? Гони-ка ты всех своих учителей в шею
только пыль столбу. Вот дал, дал, все не будет учитель фехтования. Я сейчас тебе покажу. Да хорошо, ты ни черта в этом деле не смыслишь. Только... Ну-ка, возьми карапирку. Возьми карапирку. Рапиру. Беру рапиру. Смотри. Линия тела. Вот, видишь? Когда тебя колют терсом, нужно делать вот так. А когда квартой, вот так. Да. Тебя никто не убьет, а в драке это самое важное. Знать, что ты в безопасности. Да. Кольни меня. Я что ли? Да. Я же кольну. Кольни. Николь, ну прошу, иди хуй. Ну кольни, кольни. Она! Она! Ну да как же взять хоть пример у твоего распрекрасного графа, от которого ты без ума очень выгодное знакомство нечего сказать. Молчать! Знаешь, это жена, что ты не знаешь, о ком ты говоришь, что ты говоришь о нем. Ты себе не представляешь, что он собой вот представляет. Это же настоящий вельможа. Он же вхож во дворец, он же самим. Разговаривать, как я с тобой. Разве это не великая для меня честь, что такая высокопоставленная особа постоянно бывает в моем доме. Называет меня любезным другом и держится со мной на равной ноге. И кому же и в голову не придет, какие услуги окажет мне граф. А при всех он бывает со мной до того ласков, что мне просто очень неловко. Да, да, он с тобой ласков, он оказывает тебе услуги, но денежки он у тебя занимает. Ну и что же, могу ли я вельможе, который называет меня любезным другом, отказать в таком пустяке? Кстати, а какие такие одолжения делает тебе этот вельможа? А такие свидания мне. А такие, что кому сказать никто не поверит. Например, например. Не скажу. Будь довольна тем, что свой долг он мне уплатит сполна и очень даже скоро. Как же дожидать? Он сам мне об этом сказал. Держи карман шире. Он мне дал честное слово дворянина. Враки! Ох, и упрямая ж ты жена. А тебе говорю, что он свое слово сдержит. Я в этом уверен. А я уверена, что не сдержит. И что все его любезности один обман. Вот и он. Вот и он. Этого только еще не доставало. Видно, опять идет просить у тебя деньги. Молчи, говорят. Ух, смотреть на него тоже. Здравствуйте, господин Журден. Здрасте. Здрасте, ваше сиятельство. Как поживаете, любезный друг? Отлично. Отлично, ваше сиятельство. А госпожа Журден, как поживает? А вот госпожа Журден... Живет хорошо. Однако, господин Журден... Каким вы сегодня франтом? На вас все же взгляните. Вид у вас в этом костюме безукоризненный. У нас при дворе нет ни одного молодого человека, который был бы так же хорошо сложен, как вы. Знает, как в душу влезть. А ну, повернитесь. Ну, вверх изящество. Сзади такой же дурак, как и спереди. Даю вам слово, господин Журден, у меня было необычайно сильное желание повидаться с вами. Ведь я питаю к вам совершенно особое уважение. И не далее, как сегодня утром, я говорил о вас в королевской опочивальне. Да наденьте же шляпу. Ах, боже мой, да наденьте. Ну, пожалуйста, без церемонии. Да говорят вам, наденьте, ведь вы мой лучший друг. Вася, я ваш покорнейший слуга. Ну, если вы не наденете, тогда я сниму. Не, лучше показаться неучтивым, чем несговорчивым. Да? Да. Ну, как вам известно,
Я ваш должник. Да, нам это очень хорошо известно. Вы были так великодушны, что несколько раз давали мне в долг. И, надо заметить, выказывали при этом величайшую деликатность. Шутите, извольте, ваш сиятельство. Однако я почитаю непременную свою обязанность платить долги. И умею ценить оказываемые мне любезность. А я в этом никогда не сомневался, ваш сиятельство. Так вот я намерен расквитаться с вами. Давайте вместе подсчитаем, сколько я вам всего должен. Ну что, жена? Я люблю расплачиваться как можно скорее. Что я тебе говорил? Итак, посмотрим, сколько я вам должен. Вот это нелепые подозрения. Вы хорошо помните, сколько вы мне судите? Ну, ваше сиятельство, ну что ж тут помните? Да, я записал для памяти. Вот эта самая запись, значит, в первый раз выдано вам 5060 ливров. Совершенно верно. 5060 ливров. А нет, еще раз. 1832 ливра вашему поставщику перьев для шляп. Да, поставщику перьев для шляп, да, совершенно верно. Нет, еще вас. Еще? 2780 ливров вашему портному. Господи! Правильно, портному. А что, вы разве не знаете, как нынче дерут портные? Еще, ваше, еще. 4379 ливров 12 су и 8 денье вашему лавушке. Да, 12 су, 8 денье, да, все верно. И еще у вас 1748 ливров 7 су и 4 денье вашему сидельнику. Так, ну сколько всего? Итого, 15800 ливров. Совершенно верно, 15800 ливров. Знаете что? Дайте мне еще 200 пистолей. Прибавьте их к общей сумме, у вас получится ровно 18 тысяч франков. Каковы я вам возвращу в самое ближайшее время. Ну что, права я была. Вас не затруднит моя просьба? Нет. Да ты для него дойная корова. Молчать. Если это вам неудобно, я обращусь к кому-нибудь другому. Нет, ваше. Да он же не успокоится, пока тебя не раззовет. Говорю, молчать. Вы скажите прямо, не стесняйтесь. Ну я прямо... Да он же высосит из тебя всю эту последнюю суку. Ну, она же девочка. Многие девочки постели. Ну, подожди. Я говорю, что многие с радостью дают мне взаймы. Но вы мой лучший друг. Я просто боялся, что обижу вас, если попрошу у кого-нибудь еще. Нет, не обидите. Что вы хотите? Ну, сейчас схожу за деньги. Что? Что? Да ты ему еще хочешь дать? А что я могу сделать, если он сегодня утром говорил обо мне в этой королевской опочивальне? Ох, дурак набитый! Вы как будто бы не в духе. Что с вами, госпожа Журден? Голова идет у меня кругом, вот что. А где же ваша уважаемая дочка, что ее не видно? Моя уважаемая дочка находится именно там, где она сейчас находится. А как она себя чувствует? Обыкновенно. Вот как она себя чувствует. А не угодно ли вам как-нибудь вместе с вашей дочкой посмотреть придворный балет или комедию? Вот-вот. Нам теперь как раз до смеха. Как раз до смеха нам теперь. Верно, госпожа Журден. В молодости вы славились красотой, приятностью ухождения. У вас была тьма поклонников. Хорош, сударь, нечего сказать. А что ж, по-вашему, теперь госпожа Журден развалена, и голова у нее трясется? Боже мой, ради бога, простите, я совершенно забыл, что вы еще молоды. Вот это моя всегдашняя рассеянность виновата. Ради бога, извините мою невольную дерзость. А вот ваше высочество, вам 200, ровно 200 луидоров, я... Поверьте, госпожа Журден, я вам искренне предан и мечтаю... быть вам чем-нибудь полезным при дворе. А я в этом никогда не сомневался. Если госпожа Журден желает посмотреть придворный спектакль, я велю оставить для нее лучшие места в зале. Госпожа Журден покорно вас благодарит. Ну и прелестная наша маркиза, как я уже известил вас запиской, сегодня пожалует к вам отобедать и посмотреть балет. В конце концов, мне удалось уговорить ее побывать на представлении. Василий, отойдем на всякий случай. Пожалуйста. С вами не видали целую неделю. Я до сих пор ничего не мог вам сказать о бриллианте, который должен был передать от вас маркизе. Но все дело в том, что побороть ее щепетильность не стоило величайших трудов. И только сегодня она согласилась его принять. Ну, а как он ей понравился? Ну, она тебя восхищает. Я почти уверен, что красота этого бриллианта необычайно поднимет вас в ее глаза. Дай-ка Бог, вот да. Я приложил все старания, чтобы она составила себе верное понятие, как о ценности вашего подарка, так и о силе вашей любви.
вам удалось найти кратчайший путь к ее сердцу. Ведь женщины больше всего любят, когда на них тратится. Ваши беспрестанные серенады, ваши бесчисленные букеты, изумительный фейерверк, который вы устроили для нее на реке, да, бриллиант, который вы подарили, представление, которое вы для нее готовите. Все это красноречивее говорит о вашей любви, чем все те слова, какие вы могли бы сказать ей лично. Ваша да. Светская дама! Это для меня, ну, ни с чем не сравнимая прелесть. Я готов ее заполучить, любой ценой. Скоро вы ею вольно налюбуетесь. Ваш взор насладится ею вполне. Да. Чтобы нам не помешали, я сделал так, что моя жена отправится пообедать к сестре и пробудет там до самого вечера. А это вы поступили благоразумно, а то ваша супруга могла бы нас стеснить. Да, я от вашего имени отдал распоряжение повару, а также все велел приготовить для балета. Для балета! Это я. Ну и нахал! Ну и нахал! Ты что, куда я буду? Ну. Вот здесь. Я здесь? А, вот. Да. Что? Пойдемте в парк. С удовольствием, Жорда. Конечно. Ну что, Николь? Однако, сударыня, любопытство мне кое-что стоило. И все-таки здесь дело нечисто. Они кое-что держат от вас в секрете. Его нужно отвадить во что бы то ни стало от этого графа. Да. Вот что. Да. Ступай к Леонту, да, и скажи ему, что я его зову. Да. Мы будем вместе с ним просить у мужа руки моей дочери. С удовольствием, сударыня, бегу, потому что такого приятного поручения я никогда еще не выполняла. Эй, бегу! Не смей обольщать меня своими лживыми речами. Эй, так-то вы меня встречаете? Да прочь, говорят тебе! Ступай к своей неверной госпоже и передай ей, что ей больше не удастся обмануть простодушного Клеонта. Это что еще за вздор? Миленький мой кавьель, расскажи хоть ты, что все это значит. Миленький мой кавьель, негодная девчонка, прочь с глаз моих, дрянь ты эдакая. Оставь меня в покое. Как, и ты туда же? Да, туда же, прочь с глаз, говорят. Не смей со мной заговаривать. Вот и раз. Какая-то муха укусила их обоих. Пойду расскажу барышне об этом милом происшествии. Прочь с глаз, милых, не смей со мной заговаривать. Как? Поступать таким образом со своим поклонником, да еще самым верным и самым страстным из всех поклонников. Ужас, ужас, сударь, как с нами обоими здесь обошлись. Я расточаю весь пыл и всю нежность, на какие я только способен. Ее одну люблю я в целом свете и помышляю лишь о ней. Она одна предмет всех дум моих и всех желаний. Она моя единственная радость. Я говорю только о ней. Думаю только о ней. Во сне вижу лишь ее. Сердце мое бьется только ради нее. Я дышу только ею. И вот достойная награда за эту преданность мою.
два дня не виделись мы с нею. Они тянулись для меня, как два мучительных столетия. Вот, наконец, негаданная встреча. Душа моя возликовала. Румянцем счастья залилось лицо. В восторженном порыве я устремляюсь к ней. И что же? Что же? Неверно не смотрит на меня. Она проходит мимо. Как будто мы совсем-совсем чужие. Я то же самое готов сказать. Так что же сравнится Кавьель с коварством ужасной Люси? А что же сравнится сударь с коварством подлой Николь? Это после такого пламенного самопожертвования, после стольких вздохов и клятв, которые исторгла у меня ее прелесть. После такого упорного ухаживания, сударь, после стольких знаков внимания и услуг на кухне. Стольких слез, которые я пролил у ее ног. А сколько я пролил, сударь? Воды, которую таскал за нее из колодца. А как пылко я ее любил? Любил до полного самозабвения. Так жарко было мне, жарко до полного изнеможения у жаровни. А сегодня утром она прошла мимо, явно пренебрегая мной. А сегодня утром она принагло повернулась ко мне спиной. Это коварство заслуживает того, чтобы на нее обрушились кары. Это коварство, сударь, заслуживает того, чтобы на нее посыпались чаплеухи. Да, ты так смотри, у меня не вздумай за нее заступаться. Я заступаться из-за не смей оправдывать поступок. Я этого никогда не прощу. И порву с ней всякие отношения. Правильно сделаете, сударь. И, по-видимому, вскружив голову, этот граф, который бывает у них в Париже. Да. Ты убежишь, что она польстилась на его знатность. О, нет. Да, но однако чувство чести я не могу допустить, чтобы она первая объявила своей неверности. Не, нельзя. Я вижу. Не, я вижу. Да нет, я вижу. Я тоже. Да я вижу, что она стремится к разрыву. И я намерен опередить ее. Я ей не уступлю пальму первенства. Отлично сказано, сударь. Пальму первенства и... Отлично, я вполне разделяю ваши чувства. Ты подогрей же. Что? Мою досаду. А как? Ну, поддержи меня в решительной битве с остатками любви. И да, дабы они не давали голоса в ее защиту. Пожалуйста, говори мне не как можно больше дурного. Выстави мне ее в самом черном свете. И чтобы вызвать во мне отвращение, старательно оттяни все ее недостатки. Ну! Сударь, ее недостатки... Ну! Сударь! Во-первых, она ломака, смазливая, вертихвостка, нашли право кого влюбиться. Да ничего особенного я в ней не вижу, есть сотни девушек, гораздо лучше ее. Глазки у нее, сударь, маленькие. Глазки у нее маленькие. Но они так блестят, пронизывают, умиляют. Рот у нее, сударь, большой. Рот у нее большой, да. Но этот рот их невольно волнует. Ростом она невелика. Да, она изящна и хорошо сложена. Она чересчур серьезна, сударь. А тебе что надо? Чтобы она была смешливой? Сударь, сударь, подожди, чтобы она была хохотуньей? Что может быть не с той женщиной, которая все время готова хихикать? Сударь, ты самая капризная женщина в мире. Да, она с капризами. Но красавица все себе может позволить. И красавице все можно простить. Но ведь у нее же нету... Есть. Но ведь она же... Неправда! Сударь, видимо, вы ее никогда не разлюбите. Не разлюблю. Нет. Не разлюблю? Нет, сударь. Нет, лучше смерть. Я ее буду ненавидеть с такой же силой, с какой раньше любил. А как же вам это удастся, если она, по-вашему, верх совершенства, сударь, а? Так в том-то именно и скажется потрясающая сила моей мести и твердость моего характера. Я возненавижу и покину ее, несмотря на всю ее красоту, несмотря на все ее обаяние, несмотря на всю ее привлекательность для меня. Клеонт! Клеонт! Я, по крайней мере, была глубоко возмущена. Все это не коль из-за того, о чем я тебе только что рассказала. Я и разговаривать с ней не желаю. Я последую вашему примеру, сударь. Клеон, что с вами? Да что с тобой, Кавьель, а? А чего вы такой странный? А чего ты так чудо улыбаешься?
тебе до речи клюнт? У тебя язык отнялся, Кавьель. Вот злодейка. Вот Иуда. Я вижу, вас расстроила наша сегодняшняя встреча. Поняли, что натворили. Наверное, тебя задело за живое, как нынче утром мы с вами себя держали. Знают кошки, чье мясо съели. Ведь это единственная причина вашей досады. Не правда ли, клюнт, Кавьель? Да! Коварная! Если вам угодно знать, так именно это. Но я вас предупреждаю, что ваша измена радость... Да, измена радости вам не доставит. Я сам намерен порвать с вами. Я вас лишу права считать, что это вы меня толкнули. Да, разумеется, мне будет нелегко побороть мое чувство к вам. Да. Меня хватит тоска. Долгое время я буду страдать. Может быть, даже умру. Но я лучше вырву из груди сердце, чем подамся слабости и возвращусь к вам. А я вырву. Что? То же самое. Ай, вот уж много шума из ничего. Я вам сейчас объясню, Клен, почему мы сегодня утром уклонились от встречи с вами. А я ничего не желаю слушать. Я тебе сейчас объясню, почему мы так быстро прошли ничего мимо. Ничего не хочу брать в толк. Итак, сегодня утром... Еще раз нет. Было бы тебе известно. Притворщица, отстань. Послушайте. Да нет, всему. Дай мне сказать. Я глух. Клен. Нет. Кавьель. Не. Постойте. Басни. Послушай. Стой. Минутку. Да что? Чуть-чуть терпения. Тихо. Два только слова. Все кончено? Нет. Одно словечко. Мы не знакомы. Ну что ж, раз вы не хотите меня выслушать, оставайтесь при своем мнении и поступайте, как вам заблагорассудится. Коли так, поступай, как тебе вздумается. Ну, сударь, послушаем, однако, в чем тут дело, сударь. Любопытно, однако, узнать причину вашего прелестного поведения. У меня пропало всякое желание об этом с вами говорить. Ну-ка... У меня пропала всякая охота тебе это объяснять. Ну, расскажите же мне! Ничего не стану рассказывать. Ну-ка, растолкуй-ка мне. Ничего не стану растолковывать! Он пощадит! Еще раз нет! Будь так любезна! Конец всему! Я вас молю! Пойдите прочь! Прошу тебя! Ступай-ка вон! Нет! Николь! Нет! Ради бога! Не желаю! Ну, признайся! Ни за что! Свет пролейте! Не пролью! Ну, скажи мне! Черт, от вас! Скоро вы не хотите взять на себя труд разуверить меня и объяснить ваше поведение, которого любовный пламень мой не заслужил, то неблагодарное, вы видите меня в последний раз. Я уйду. Я уйду. И в разлуке с вами умру от горя. Я от любви. А я от того же. Сударь. Да ну, сударь. Что? Ну? Куда же вы? Вы куда? Вы куда? Я вам сказал. Мы помирать пошли. Вы хотите умереть? Да, жестоко, вы сами этого хотите. Я хочу вашей смерти. Да, вы хотите. Да кто вам? А как же не хотите, если хотите? Не хотите объяснить свое поведение? Если бы меня с самого начала выслушали, я бы вам сказала, что во всем виновна моя старая тетка, с которой мы вместе шли. Да. Она твердо убеждена, что если мужчина, не дай бог, подошел к девушке, тем самым он уже ее обесчестил. Вечно читает нам об этом проповеди, старается внушить, что мужчина это дьяволы, и что нужно бежать от них без оглядки. Вот и все. Вот и весь секрет. А вы не обманываете меня, Люси? Все это истинная правда. Ты не строишь из меня дурачка, а? Все так и было. Ну, сударь, поверите. Ах, Люси,
Вам стоит сказать одно только слово, и волнение души моей тотчас же утихают. Как легко убеждать нас те, кого мы любим. Ну и ласкать нашего брата, эти чертовы куклы. Чиста любовь моя, и помыслы невинны за звездные долины. Быть мечтаю я, там дивные цветы, кажутся зверам, простившимся этим миром. Гулять там будешь ты один, одна, один, одна. Сейчас придет мой муж. Воспользуйтесь случаем и попросите у него руки Люси. Я знала. Как отрадно мне слышать эти слова, и как они сходятся с моими собственными желаниями. Что может быть для меня дороже этого приказа? Неприятнее этого благодеяния. Господин Журден, я решил обратиться к вам с просьбой, которая касается давнишней моей мечты. Это очень важная для меня просьба, я сам решил изложить ее вам. Скажу без обиняков, что честь быть вашим зятем явилась бы для меня наивысшей милостью. И вот эту милость я прошу вас мне оказать. Прежде чем дать вам ответ, сударь, скажите мне, дворянин вы или нет? Дворянин. Многие на моем месте ответили бы на этот вопрос утвердительно. Слова нынче дешевые, люди без зазрения совести присваивают себе дворянское звание. Подобный род воровства, видно, ныне вошел в обычай. Но я признаюсь на этот счет более щепетилен. Я полагаю, что всякая вам бросает тень на порядочного человека, стыдится тех, от кого небо судило тебя родиться на свет, блистать в обществе вымышленным титулом, выдавать себя не за то, что есть на самом деле, на мой взгляд, это признак душевной низости. Разумеется, мои предки занимали почетные должности, я сам 6 лет с честью прослужил в армии, состояние мое такого, что я надеюсь занять не последнее место в свете, но совсем тем я не намерен присваивать себе дворянские звания, несмотря на то, что многие на моем месте сочли бы вправе это сделать. Я вам скажу напрямик, сударь, я не дворянин. И все. Моя дочь не для вас. Как? Вы не дворянин? Дочку мою вы не получите? Ну, да при чем здесь дворянин, не дворянин? Мы-то с тобой что, королевского рода, что ли? Молчи, жена. Да сами-то мы не из честных мещанских семей. Ах, и язык у тебя без костей, жена. Да разве наши родители не были купцами? Если твой родитель был купцом, то тем хуже для него. А про моего родителя так могут сказать только очень злые языки. Короче говоря, я хочу, чтобы зять у меня был дворянин. Подожди. Послушай. Замолчи, нахалка. Я хочу, чтобы дочка у меня была маркизой. Маркизой? Да, маркизой. Господи, сохрани и помилуй. Это дело решенное? А я на это никак не согласна. От неравного брака ничего хорошего не жди. Не желаю я, чтобы мой зять стал попрекать мою дочь родителями, и чтобы их дети стыдились называть меня бабушкой. И я хочу, чтобы мой зять был мне благодарен за дочку, и чтобы я могла сказать ему попросту: садись-ка, зять! Пообедай вместе с нами! Садись-ка, зять! Пообедай вместе с нами! Вся твоя мелочная душонка здесь и проявилась! Тебе бы весь свет прозябать ничтожно! Ну, я понимаю, что потому что от вас пошли! Это ваша дочь! И вы прямо наконец-то должны понять! Я хочу, чтобы моя дочь была маркизой! А вы, я говорю, что она дочь! Я вас говорю, маркизой! А разозлите меня, я еще ее герцогиней сделаю!
Ну, сударь, много вам дало ваше благородство. Ах, Кавьель, я на этот счет необычайно щепетилен, и пересилить тебя это выше моих сил. Кто? Кто вам велел относиться всерьез к этому человеку? Вы что, не видите, что он... Помешался, сударь, что вам стоило снизойти до его слабости? Твоя правда, но я никак не мог предположить, что для того, чтобы стать зятем господина Журдена, надо предъявлять дворянские грамоты. Пойдем. Сударь! Дина, Дина. Это что? Сударь! Я придумал. Пойдемте, я вам все расскажу по дороге. Пойдемте, 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 сударь. Дина! Вечно они мне колют глаза моим знакомством с вельможей. А для меня, ну, ничего не может быть приятнее вот таких вот знакомств. Я, кажется, дал бы отрубить себе два пальца, лишь бы мне... Нечего, что позволило вам привести меня в незнакомый дом. Где же маркиза, моя любовь, могла бы вас приветствовать, если вы не желаете встречаться со мной ни у себя дома, ни у меня? Да, но вы не хотите сознаться, что я незаметно для себя привыкаю к ежедневным и слишком сильным доказательствам вашей любви ко мне. Сколько бы я ни отказывалась, в конце концов, я все же сдаюсь на ваши уговоры. Своей деликатной настойчивостью вы добиваетесь от меня того, что я готова исполнить любое ваше желание. Началось с частых посещений. За ними последовали признания. Признания повлекли за собой серенады и представления, а там уж пошли и подарки. Я всему этому противилась, но вы неисправимы. И всякий раз вам удается сломить мое упорство. Теперь я ни за что не отвечаю. Давно пора, маркиза. Вы вдова. Вы ни от кого не зависите. Я тоже сам себя господин. И люблю вас больше жизни. Скажите, а чего вам сегодня же не составить мое счастье? Ах, боже мой, Дуран. Для того, чтобы совместная жизнь была счастливой от обеих сторон, требуется слишком много. Как часто благоразумнейшим супругам не удается создать союз, который бы их удовлетворил? Помилуйте, вы явно преувеличиваете трудности, а ваш собственный опыт еще ничего не доказывает. И все же я возвращаюсь к тому же. Я ввожу вас в расходы, и это меня беспокоит. Во-первых, они обязывают меня больше, чем я бы хотела. А во-вторых, простите мою откровенность, я уверена, что они не могут вас не обременять, а мне это неприятно. Ах, маркиз, это сущие пустяки. Вас это не должно... Я знаю, что говорю. Между прочим, бриллиант, который вы заставили меня принять, такая дорогая вещь. Умоляю, маркиза, не переоценивайте вещицы, которые моя любовь считает... недостойную вас. А вот и хозяин дома.
чуть-чуть назад сюда. Что-что? Если можно, один шаг. Что такое? Отступить немного, а то я не могу сделать третий поклон. Господин Журден любит изысканные обхождения. Нога. Сударыня, это величайшая радость, что я оказался. Таким, можно сказать, баловнем судьбы, так, и да имею такое счастье, чтобы так добры, что сделали мне милость и пожелали. И пожелали почтить меня почетом благосклонного своего присутствия. Если бы достоин удостоинств, таких удостоинств, как у вас, и небо. Небо. Ну и небо, и звезды. Нет, не звезды. Если я достоин, таким достоинством, как у ваше, и небо, если вы достоин, как у ваше, небо, и небо завидующим. Ну, довольно, господин Журден. Маркиза не любит длинных комплиментов. Она и так уже наслышана о необычайной остроте вашего ума. Это нетрудно заметить. Позвольте вам представить, маркиза, господина Журдена, лучшего моего друга, человека вполне светского. Я испытываю к нему глубокое уважение. А я еще ничего не сделал, сударыня, чтобы заслужить такую милость. Маркиза, ну проговоритесь о бриллианте, который вы ей подарили. А можно спросить, как он ей понравился? Боже вас сохранить, было бы недостойно светского человека. Если желаете прослыть человеком вполне светским, наоборот, сделайте вид, будто это не вы ей подарили. Господин Журден говорит, что он вам несказанно рад. Я очень тронута. Как я вам благодарен, что вы замолвили за меня словечко перед маркизой. Я еле уговорил ее поехать к вам. Господин Журден уверяет, что вы первый в мире красавец. Мне это очень лестно. Это мне лестно. Господин Журден, а не пора ли обедать? Все готово. В таком случае пойдем к столу и пусть позовут певцов. Прекрасный маркиз, ваши прекрасные глаза свет бессмертия. Взял на себя томись, человек, обладающий незаурядными способностями в науке чаеугодия, он предложил бы вам поджаренный хлеб со сплошной золотистой корочкой, нежно похрустывающей на зубах. Бархатистое в меру терпкое вино. Баранью лопатку, нашпигованную петрушку. Затылок нормандского теленка, такой белый, длинный, нежный, который так и тает во рту. Дивно пахнущих куропаток. Птички. И как венец творения, крепкий бульон с
блестками жира, за которым следует молоденькая упитанная индейка, обложенная голубями и украшенная белыми луковками в перемешку с икорью. Ну, а что касается меня, я должен сознаться собственным невежеством. И, пользуясь удачным выражением господина Журдена, хотел бы предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное. Я ем с большим аппетитом. Да. Вот как я отвечаю на ваш комплимент. Какие прелестные ручки у вы. Руки обыкновенные, господин Журден. Вы, вероятно, имеете в виду бриллиант. Вот он действительно хорош. Что вы, сударыня? Боже, меня сохрани, это было бы неучтиво. А к тому же бриллиант – это сущая безделица. Вы слишком требовательны. Это вы слишком снисходительны. Господин Журден, вы совсем ничего не пьете. Ну, налейте вина господину Журдену и вот этим господам, которые будут так любезны, что споют нам застольную песню. О, музыка чудесная приправа к обеду. Должна заметить, что угощает меня здесь на славу. Сударыня, не мне. Господин Журден, послушаем наших певцов. То, что они нам скажут, куда лучше того, что можем сказать мы. Не позови меня, кипит вино в ковше со стравном. Все силы ты сплети в союзе равном. Вино и красоту зажги, как два огня. Будем пить вино, время слишком быстро лёт. Надо без забот, брать, что в жизни нам дано. Надо без забот, брать, что в жизни нам дано. Бокал ты поднеси губам, они дадут вину окраску. Фирида, я молю отлить на маску. Вино дарит экстаз, соля блаженства нам. Будем пить вино, время слишком быстро лётно. Надо беззаботно брать, что в жизни нам дано. Надо беззаботно брать. Помилуйте, маркиз, за кого же вы принимаете, господин Журден? Я хочу, чтобы она меня принимала за чистую монету. Опять? Вы его еще не знаете. Она меня узнает, как только пожелает. Долг не стащим. Господин Журден со словом в карман не лезет. Господин Журден приводит меня в восхищение. Сюда! Если бы я мог рассчитывать на похищение меня? Вашего сердца. Да! Здесь приятная компания. И, как видно, меня не ждали. Так вот почему тебе так не терпелось, любезный мой супруг, спровадить меня на обед к моей сестре. Сначала представление, а потом и пир горой. Нечего сказать, нашел, куда тратить денежки. Почешь мое отсутствие всяких... Ой, Да, нанимаешь для них певцов и комедиантов, а меня со двора долой. Что вы говорите, госпожа Журденова? Что это у вас за фантазия? Откуда вы взяли, что ваш муж тратит деньги? Что это он дает обед в честь дамы?
Напротив, обед устраиваю я. А он только предоставил для этого свой дом. Советую вам сначала подумать как следует, а потом уже говорят. Что ты глупая? Обед устраивает Россия Деспократия, да. Этой знатной дамы. Он оказал мне великую честь, что выбрал для этого мой дом и пригласил меня. Прошу вас. Благодарю. Садитесь. Или да посади меня, кипит вино в ковше за здравном, тебе силы ты запалити в союзе. Все враки, я знаю, что знаю. Наденьте, госпожа Журден, получ очки. Мне, сударь, очки не нужны, я и так все очень хорошо вижу. И я давно уже чую недоброе. Напрасно вы думаете, что я такая дура. Стыдно вам, благородному господину, потакать дурачеством моего мужа. И вам, сударыня, такой важной даме, ни к лицу и ни коже вносить в семью раздор и позволять моему мужу за вами волочиться. Что все это значит? Послушайте, Дорант, вы издеваетесь надо мной? Маркиз. Заставлять меня выслушивать нелепые бредни этой вздорной женщины? Ваше сиятельство! Ах ты, дура ты этакая! Я же не волочился! Ах ты, ваше! Ну, говорите! Ваше, уговорите! Я вернусь, ну, извинитесь! Ах ты, дура ты этакая! Это что же ты натворила? Это же надо выгнать из моего дома знатных господ! Плевать мне на их знатных! Да я... А ну? Сейчас как разобью башку тарелкой. Назад! 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 Убить тебя мало! Испугалась я тебя, как же! Я свои права защищаю! Все женщины будут на моей стороне. Вот счастье твое, что ты скорее от меня на утек. Вот уж не вовремя ты явилась, а я ведь как нарочно был в ударе. Блистал остроумие. Меня. Нет, сударь. Присмотритесь повнимательнее, сударь. Да не узнаю я вас, сударь. А я, сударь, знал, я знал вас еще вот этаким. Что, кого, меня? Да, вы были прелестным ребенком. Все дамы брали вас на руки и целовали. Меня целовали, да? Я был близким другом вашего покойного батюшки. Моего покойного батюшки? Это был настоящий дворянин, сударь. Как вы сказали? Я сказал, это был настоящий дворянин. Что? Мой отец? Да, сударь. Ну, а вы-то его хорошо знали? Ну, еще бы, сударь, когда я... И вы его знали как дворянина? Разумеется. Ну, верь после этого людям... А что, сударь? Ну, находятся же такие олухи. Да. Который утверждает, что он был купцом. Купцом? Да. Да
это явный поклёп, сударь. Он никогда не был купцом. Он никогда не был купцом. Он никогда не был купцом. Видите ли, он был человек весьма услужливый, весьма обходительный. А так как он отлично разбирался в тканях, то постоянно ездил по лавкам, выбирал ткани, какие ему нравились, приказывал их отнести к себе домой, а потом раздавал друзьям за деньги. Ну вот вы. Да, сударь. Ну вот вы можете подтвердить, что мой отец был дворянином? Сударь, я готов это подтвердить перед всеми. Сударь, сударь, ну чем я могу быть вам полезен, сударь, а? И, сударь, с той поры, как я водил дружбу с вашим покойным батюшкой и с этим, как я уже сказал, настоящим дворянином, я объездил весь свет. Весь свет? Весь свет, сударь. Надо полагать, это, ну, далеко. Конечно, всего 4 дня, как я вернулся из долгого путешествия. А так как я принимаю близкое участие во всем, что касается вас, сударь, я счел своим долгом прийти к вам и сообщить в высшей степени приятную для вас новость, сударь. Ну, какой, сударь, какой? Сударь, вам, конечно, известно, что сын турецкого султана находится здесь. Нет, мне это неизвестно. Как же так, сударь, как же так? У него блестящая свита. Все избегаются посмотреть на него. Его у нас принимают как чрезвычайно важное лицо. Ну, ей-богу, я ничего не знаю. А для вас тут существенно то, что он влюблен в вашу дочку. Кто? Сын турецкого султана? Да. Да, сударь, он метит к вам в зятья. Ко мне в зятья сын турецкого султана. Сын турецкого султана к вам в зятья. Я посетил его, мы с ним разговорились. Турецкий язык я знаю в совершенстве. И, между прочим, он сказал мне: «Аксям Крок, гидели вам монахам Карбулат Гюльгин». То есть... Не видал ли ты господина Журдена, дочери господина Журдена, парижского дворянина? Это сын турецкого султана, так сказал? Да. А я говорю, что я хорошо знаком с вами, что видел вашу дочку. А он мне в ответ на это: «Ах, Марабаба Сахем». То есть: «Ах, как я люблю ее». Это вот Марабаба Сахем, значит, как я люблю ее. Да, сударь, да. Это хорошо, что вы мне сказали, я бы сам бы ни почем бы не догадался. Какой изумительный язык! Ой, сударь, еще какой изумительный! Вывод, например, знаете, что значит... Как рака мушенна? Нет, это я не знаю. Это значит: душенька моя. Что? Каракамушен, значит, душенька моя! Да, сударь! Ну, это поразительно, честное слово! Кто бы мог подумать, что все-таки, ну как, а рака, понимаете? Чудеса! Так вот, сударь, его высочество прибыло сюда просить руки вашей дочери, а чтобы будущий тесть по своему положению был достоин его, он вознамерился произвести вас в мамамуши. Куда? В мамамуши. Мамамуши. Мамамуши — это по-нашему все равно, что паладин. Паладин — это у древних... Одним словом, в мамамуши вы станете в ряд с наизнатнейшими вельможами мира, сударь. Обстаньте. Его Величество оказывает мне великую честь проводить меня к нему. Зачем?
Он сейчас сам придет сюда и принесет все, что необходимо для церемонии посвящения, сударь. А я... Что? Что? Ну, моя дочь упрямая, да, влюбилась в некоего клиента и клянется, что выйдет замуж только за него. Она передумает, как только увидит сына турецкого султана. Кроме того, здесь есть одно необычайное совпадение. Дело в том, что сын турецкого султана и клиент, как две капли воды, похожи друг на друга. Я видел его, мне его показали. Так что чувство, которое он обитает к одному, легко может перейти на другого. И тогда может мы с вами перейти, просто... А может не перейти. Я-то знаю, что перейдет. Я слышу шаги турка. Вот и турецкие шаги. Мусахим, Окибаран, Джурдина. Салям алейкум. Господин Журден, да цветет сердце ваше круглый год, как розовый куст. Йоп. Это у них все так изысканно выражают. И я, и покорнейший слуга, и вы. Высочество. Каригар, якшиар, шашлык-оглы. Устин-йок, катамалеки, басум-басе, чебуреки. Его туречество... желает вам силу льва и мудрость змеи. Йоп. Эй, левой. Высочество. Ага. Карига. Оказать мне. Якши Заха. Ага. Слишком большую честь. Барануглы. Ага. Я же со своей стороны желаю ему всяческого благополучия. Курам. Курам. На смех. Его туречество только что заявило, что оно совершенно не бельмес. Что оно идет немедленно готовиться к церемонии посвящения. Он просит сударь вас сделать то же самое, немедленно приготовить дочь для брачного союза. Это что? Вот это все он выразил в одном слове? Таков турецкий язык. Мыслей много, слов мало. Не бельмес! Самое пришло, глядите, идите. Которую я приготовил для господина Журдена, чтобы он согласился на брак своей дочери с моим господином. Я не догадываюсь, какая им эта ловушка, но уверен, что успех ей обеспечен, коль скоро за дело берешься ты. Нет, сударь. Ну расскажи, что вы затеяли. Сударь, мы решили... Что? Турецкую церемонию. А Журден! Ah!
Джиордина! Джиордина, Джиордина! Будешь скоро, очень скоро! Очень важный господин! Мама мучий путь нелегкий, Эна Бена Купорос! Пропадает паладин, и кто ответит на вопрос? Рассади сахара! Рассади сахара! Ты мещана? Я дворяна? Голосная? Я женат? Нет, и дети есть. Я дочку имею? Богата? Я богат? Раньше когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь, с кем-нибудь, куда-нибудь, во что-нибудь посвящался? Нет. Родственники в Турции есть? Пока нет. На колени. На колени. Принят высший свет. Дом за городом построим. Для поездки две кареты. А почему две? Ты теперь большой вельможа. И своей супруге в дар дать одна карета можешь для поездки на базар. Thank you.
Возможно ли, сударыня? Наконец-то вы решили сделать меня счастливым. О, это только для того, чтобы вы не разорились. Иначе, я убеждена, наступит тот час, когда вы останетесь без единого денье. О, как я вам признателен за вашу заботу о моем состоянии. Распоряжайтесь им по своему усмотрению. Я сумею им распорядиться. А вот и наш чудак. Вид у него обворожительный. А это вы? Милостивый государь, мы с маркизой явились поздравить вас с новым званием и разделить вашу радость по поводу предстоящего бракосочетания вашей дочери с сыном турецкого султана. Желаю вам, ваше сиятельство, силу змеи и мудрость льва. Я имею счастье, сударь, одной из первых приветствовать вас по поводу того, что вы взошли на высшую ступень славы. Желаю вам, сударыня, чтоб ваш розовый кус цвел круглый год. Я весьма рад, что вы пришли меня чествовать, если я могу извиниться за дикую выходку моей жены. Пустое. Я охотно прощаю ей этот невольный порыв. Вы, разумеется, дороги, и нет ничего удивительного, что, обладая таким сокровищем, она испытывает некоторые опасения. Сударыня, все права на обладание моим сердцем в ваших руках. Вы видите, маркиза, господин Жордан не из тех людей, которых ослепляет благополучие. Он и в счастье не забывает своих друзей. Это признак души истинно благородной. А где же его турецкое высочество? А оно сейчас придет.
Я уже послал за ним и послал за дочерью, чтобы она отдала ему руку, сердце, все, что полагается. Думаю, шишку кыш. Ваше высочество, в качестве друзей вашего почтенного тестя мы явились засвидетельствовать вам наше глубочайшее уважение и всепокорнейше принести уверение в нашей совершеннейшей преданности. Ой, где же этот толмач, переводчик? Он бы сейчас вас ему представил и растолковал все, что вы хотите сказать. И вы увидите, он вам обязательно ответит. Он прекрасно говорит по-турецки. Прекрасно. Слушай-ка, где же этот толмач? Струфафавстра. Ну, смотри. Этот господин большой фельмож, а эта госпожа, ух, какая знатная там, смотри, он французский мамамуш. Мамамуш, а она французский мамамуш, ха. Мамуши. Ну я и с ней это выразить не смогу. Ну где же вы? Мы же без вас как без вас. Ну переведите ему, задержался. Слушай, переведите ему, шеф господин, это дама, особо из высшего общества. И что они в качестве моих друзей пришли засвидетельствовать ему свое, почтение. Каригар, як шигар, тахар, 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 тахар. Вот, видишь, я вот теперь слушаю, что он вам ответит. Посмотри. Сапфир, рубин, гранат, агат, рогат. И вот уречество желает, чтобы дождь благоденствия постоянно орошал вертоград вашего семейства. Я же вам говорил, он прекрасно говорит по-турецки. Поразительно говорит по-турецки. Охрам, охрам, и все понятно. Иди сюда, дочь моя. Что с вами? Что вы со мной сделали? Дай руку этому господину, который делает тебе честь, что сватается за тебя. Вы что, комедию играете, это да? Это никакая не комедия, дело очень даже серьезное. И такое для тебя почетное. Вот, кого я даю тебе в мужья. Мне? Да, это сын турецкого султана. Ой! Дай ему руку и благодари Бога за такое счастье. А я не желаю выходить замуж. Не переводите. Не буду. А я, твой отец, этого желаю. А я сказала, не за что. А я тебе принесу. А я тебе принесу. Как это ни за что? Я тебя нажал. Чем я тебя нажал? Я тебя нажал. Нет такой силы, которая меня принудила выйти замуж за кого-нибудь, кроме Клеонта. Я скорее решусь на него играть, чем... Я согласна. Вы мой отец. Уступайте, как вам будет угодно. Ну как хорошо иметь послушную дочь. Йок-йок-йок-йок. Стойте! Отдать свою дочь за этого шута? Замолчи, нахалка! Надоели твои дикие выходки! Ничем тебя не унять! Да это тебя никакими силами не приведешь в разум! Так и жди от тебя какого-нибудь нового сумасброса! Сударыня! Что это ты затеял? И к чему все это сборище? Я хочу выдать свою дочь за сына турецкого султана! Да! Засвидетельствуй ему свое почтение вот через этого толмача. Мне не нужно никакого толмача. Я сама скажу ему прямо в глаза, что моей дочери ему не видать. Замолчишь ты или нет? Помилуйте, сударь, неужели вы отказываетесь от такой чести и не хотите, чтобы вашим зятем был его турецкий высочество? Ради бога, сударь, не вмешивайтесь.
великим счастьем пренебрегать не следует. И нас, прошу, сударыня, не лезьте, куда вас не спрашивают. Мы о вас же заботимся, единственно, из дружеского вам расположения. Не нуждаюсь в вашем дружеском расположении. Но ваша дочь сама согласна подчиниться воле родителей. Да. Моя дочь согласна выйти за турка. И она может забыть Клеонта. Ах, нет. Боже мой, чем только не поступаются. Ради того, чтобы именоваться знатной дамой. Да, я хочу выйти замуж вот за этого турка. Если ты это сделаешь, я тебя задушу вот этими руками. Да давай на разговор. А я тебе говорю, что свадьба состоится. Ой, я тебе говорю, что ее не будет. Ну, мамуль, а ну тебя, противная девчонка. Ты что, бронишь ее за повиновение отцу? Она такая же моя дочь. Нет, она не такая же моя дочь. Она моя дочь. Я обещаю, что она согласится. Выслушай его! Выслушай его! Он сумеет тебе объяснить, что значит сын турецкого султана! Ну да, он мне все толком объяснил, и я теперь согласна. Но только скорее нужно послать за нотариуса. Похвальные намерения! А чтобы вы, сударыня, перестали ревновать вашего почтенного супруга, мы вам заявляем, что воспользуемся услугами того же самого нотариуса и заключим брачный союз. Ну на это-то уж я согласна! Это вы что, для отвода глаз? Пусть себе тешится этой бани! Отличный мысль, отличный!